Вечерний Сан-Франциско. Продолжаем отдыхать, ходить. И застал нас вечер. Сейчас идем в одну отель. Видишь? Смотри, вот это все то. Так, заходим тут в отель. Посмотрим, покажем гостям еще место. А ну-ка. О, все, заходим сейчас. Виолетта, пойдем, пока еще. Вот это гостиница. Мощная. Так, поднимаемся. Наверх, потом зайдем в середину и будем направляться, наверное, к машине уже. Территория большая, так что есть где ходить. Я молчу. Не туда пошли. И что-то они туда пошли. Тут лестница интересная. Надо правильно зайти. Да, гостиница сделана очень хорошо. Тут есть эскалатор, или как? И можно так по винтовой лестнице идти наверх. А внутри он там цветы, вода. Так все. О, так все сделано. Там ребята идут, что-то там разговаривают. А мы идем в своем направлении. В середину отеля. Это винтовая лестница. Вот так идет, идет. Вот. И наверх приведет. О, а там уже видно. Это отель. Вот это такая. Либо. Хай. А тут цветочки, рестораны, люди сидят при входе в гостиницу, а нам надо зайти в самую гостиницу. Вот подошли мы к входу, их несколько входов, но мы зашли вот сюда.
А это на улицу дорога такая смотрится. На улицу так. С этой стороны. А с той стороны мост смотрится, который мы въезжаем. Вот. Вот мост уже. Там далеке. Так, открыть на дверь. Молодежь мне. Вот зашел внутрь же здания отеля вот этого. Так оно смотрится. Внутри. Такие кабинки для отдыха. Ну что? Вот так это там балконы. Балконы. Там люди сидят с телефонами, интернет используют вот тут. В этих кабинках. Вот такие кабинки. Сидят с интернетом. А это кабинки в ресторан. Сидят тут, кофе пьют. Вот там лифт бегает. Вот, поднимается. Вверх пошел. Пошел вверх. А этот вниз пошел. Вот их там три штуки с разных сторон. Три, четыре даже. А тут вода течет. Такой левел, что не видно, вроде как будто ничего нету. Вот так оно смотрится сдалека. Те кабинки бегают. А вот здесь фонтанчик, фотопадик маленький. И так все. Ну вот примерно. Вот так все. Вот вода. Вот вода. Ну, вот так примерно. Примерно люди отдыхают. Так, ну что, показали немножко. Будем дальше идти, продолжать путь. Путь уже, наверное, домой. Так что всего, всего хорошего. Будьте живы, здоровы. До свидания.